Серая зона Донбасса – это о тех населенных пунктах, контроль за которыми лежит на Киеве, но которые фактически оккупированы боевиками. Здесь проживают в основном пожилые люди. Кто обеспечивает им лечение, поставляет продукты и воду? С жителями одного из таких поселков, расположенных прямо на линии обороны, пообщался наш корреспондент Геннадий Вивденко. Вот там дальше украинская территория, поселок Пивденный. Однако контроль украинский заканчивается вот здесь, вместе с линией обороны, где стоят украинские военные. Ситуация получается парадоксальная. Сам поселок мы не контролируем, однако несем за него ответственность. По минским договоренностям поселок наш, однако там все время патрули боевиков. Съемки в самом Пивденном невозможны. Противник может открыть огонь. Если там появятся ВСУ, воспримут как провокацию. Так и живут местные между двумя мирами, хотя и не считаются официально оккупированными. Мы территория Украины. Угу. Но мы можем туда сейчас заехать вместе нет. с вами? Нет. А почему? Ну, потому что там ходит ДНР. Присутствие оккупантов в поселке создает серьезные проблемы. Нельзя восстановить поврежденную электролинию, водопровод и тому подобное. У нас с продуктами очень тяжело. Если бы не Красный Крест, мы бы, наверное, бы не выжили бы. Туда не может проехать машина, починить водопровод. Там 15 тысяч кубов, по-моему, да, питьевой воды в день выливается людям на огороды и людям в подвалы. Там затопило все, там размыло дорогу. Вот до этого санитарная машина, скорая помощь не смогла туда проехать. Именно из-за этого в 30-тысячном Торецке сейчас гуманитарная катастрофа. Нет воды. Из больницы присылают уже второе авто марки УАЗ. А вдруг проедет? Врачи говорят, что не боятся. А что делать? Ну, что вы предлагаете? А за кем вы сейчас туда едете, если секрет? За больным, парализованным, неврологию ложить. Активист из Пивденного Ольга и офицер гражданско-военного сотрудничества из бригады, которая стоит тут на передовой. Прямо на линии пересечения уточняют списки тех, кто действительно проживает в поселке. Только они будут иметь право пересекать линию огня. Остальные будут ездить через соседний контрольно-пропускной пункт Майорск. Это поможет ловить возможных диверсантов из соседней Горловки. Попить, мужчина. А то жарко, но их упускать, вот ребята попить. Виктор из Пивденного принес бутылку газировки бойцу на опорнике. Рад, потому что с нашей стороны подняли ему пенсию на 200 гривен. Я раз в неделю раскупляюсь, тушенку, там пюре, там вот и быстро эту самую картошку, ну все, что тут есть. Там у них же русские пришли, там цены бешеные. Вот тут потому все бегут сюда, пенсии тут получают, регрессы получают. Боец говорит, не все так лояльны и уверен, одна из причин – отсутствие у людей информации. Разные люди, разные думки, тому подобное. От ви телебачення сюди їздите, а ми нас ні один український канал не показує. Жодного українського каналу. То що ви хочете про нас там будуть думати? В поселке проживает до сотни граждан України. Почти все в возрасте от 55 и старше. Геннадий Вивденко, Никита Ісайко, Антон Чиженко. Подробності. Телеканал Інтер із Донецької області.